На прошлой неделе в администрации района состоялась вторая конференция общественного движения Дагахаса Кашхабльского района. В работе конференции принимали участие глава Кашхабльского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель общественного движения Дагахаса Черкесский парламент Республики Адыгея Рамазан Тлемишок, член исполкома Каплан Куижев, член исполкома Международной черкесской ассоциации Аслан Цыкушев, главы сельских поселений, представители общественных организаций, религиозные деятели, руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Кашхабльский район. Всего в этот день участниками конференции было рассмотрено 6 основных вопросов. Это отчет председателя общественного движения Дагахаса Кашхабльского района за отчетный период с декабря 2013 года по ноябрь 2016 года, обсуждение доклада, выборы членов районного совета общественного движения Дагахаса, выборы председателя Дагахаса, выборы из состава районного совета членов исполкома общественного движения и выборы делегатов на съезд республиканского общественного движения Дагахаса. По первому вопросу повестки дня выступил председатель общественного движения Дагахаса Амини Пшикуев с отчетным докладом о проделанной работе. В основном мы старались устроить деятельность общественного движения таким образом, чтобы мы могли масштабно работать с людьми, чтобы могли мы взаимодействовать с тем населением, которое имеет влияние на население и оказывает нам фактическую посильную помощь в решении общественно-политических и хозяйственных вопросов. После доклада слово взял глава района Заур Хамирзов. Прежде чем начать свое выступление, Заур Аскарбиевич поприветствовал старейшин и поблагодарил их, что нашли время для участия в данном заседании. Глава района в своем выступлении подчеркнул слаженную и профессиональную работу нынешнего председателя Дагахаса, за что и поблагодарил Амина Хаталиевича. Отметил, что во всех проводимых в районе мероприятиях председатель общественного движения Дагахаса принимает самое активное участие. Глава района еще раз выразил слова благодарности Амину Непшикуеву и пожелал ему дальнейших успехов. Председатель общественного движения Дагахаса, Черкесский парламент Республики Адыгея Рамазан Тлемишок также подчеркнул эффективную работу общественного движения Дагахаса Кашхабльского района и его председателя в том числе. В обсуждении отчетного доклада также приняли участие член Совета общественного движения Дагахаса, глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Борсов, эфедиалог Кашихабль Амирби Даутов, начальник управления культуры Рауф Хуя, председатель ветеранов войны и труда Улабличепсин Биталь Шишев. Все они единогласно предложили присутствующим оставить на следующий срок Амина Непшикуева. Далее в ходе открытого голосования кандидатура была утверждена. На конференции также были сформированы рабочие органы по организации деятельности общественного движения Дагахаса в Кашхабльском районе. Все вопросы, стоящие на повестке дня, были рассмотрены. Заседание прошло в конструктивном ключе.